Здравствуйте, с вами магазин AutoZvuk.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Xiaomi, серия W1.1 на цоколь H11 с температурой свечения 6000 Кельвин. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Внутри у нас находятся две светодиодные лампы. Есть дополнительные проставочные резинки. Лампы полностью металлические. В данных лампах используются две цветовые температуры, 6000 Кельвин и 3000 Кельвин. Они светят вместе, образуя что-то среднее, получаем желтоватым оттенком цветовой поток. Ну, далее мы подключим и посмотрим. Лампа мощностью 26 Вт, имеет две системы охлаждения, активную в виде кулера и пассивную в виде радиатора. Подключается на питание 12 вольт с помощью стандартного разъема данной лампы. На проводе подключения есть небольшой драйвер, герметично заклеен, пыли влага защищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание. Лампа отсвечивает очень и очень ярко, как мы видим, желтым оттенком световой поток. Мощность этого потока 2800 люмен, как заявляет производитель. Мощность самих ламп, напомню, 26 Вт. После установки таких ламп в автомобиль обязательно нужно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения, потому как отсвечивает и очень ярко. При покупке на комплект распространяется гарантия на данные лампы. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.